Привет! Сегодня я хочу поделиться с вами интересным фактом о Пасхе. Вы, вероятно, знаете, что яйца являются одним из символов этого праздника. Но знали ли вы, что традиция красить яйца на Пасху существует уже более 2000 лет? Древние цивилизации, такие как персы, египтяне и римляне, практиковали окрашивание яиц в яркие цвета, чтобы отметить весенние праздники. В христианской традиции яйца символизируют воскрешение Иисуса Христа и новую жизнь, которую Он дарует своим последователям. Сегодня во многих странах окрашивание яиц является популярной традицией на Пасху, особенно среди детей. И, кстати, не только куриные яйца можно красить. Некоторые культуры окрашивают яйца утки, гуся или даже страуса. Кроме окрашенных яиц, в различных странах есть множество других традиций на Пасху, таких как запекание бараньей ноги или пасхальный хлеб. Все они символизируют обновление, надежду и радость. Надеюсь, вам понравился этот интересный факт о Пасхе. С праздником!